Персик. Доброе всем утро. Да. Персик, скажи доброе утро. Это наш инвалидик сейчас. Решила заснять для вас такое интересное видео, как мое утро. Сейчас схожу в душ и тогда продолжим. Я вернулась. У меня сейчас две важные миссии. Это чтобы телефон не вепнулся, потому что он стоит на конструкции очень хлипенько. И быстро умыть лицо, чтобы пойти к коту. Это... мои волосы. Обычно я обрабатываю вот волосы после мытья вот LCF. Просто вот спрей-кондиционер типа. Но он у меня уже заканчивает. Надо будет купить новый. Сейчас я вас даже подниму. Все. Походу он закончился. Так. Все. Это мы убираем. Сейчас даже по-другому я сделаю. Блин. Как же в ванной неудобно. О. Так, теперь завязываю. Резинка. Завязываем волосы. Вот так. Надеваем повязочку. Посмотрела, где там котяра. Все нормально. Лежит. Как-то по-дурацки смотрится, но ладно. Сначала чищу зубки. И да, я чищу не пастой, а вот таким порошком. То есть это отбеливающие, есть еще другие. Дальше я еще раз ополаскиваю, только уже такой вот, что это, ополаскиваю чуть для полости рта. Какая она мерзкая. Сейчас новую кисточку. Обычно я, когда бывает, есть время, есть желание, скажем так, я могу сразу после вот чистки зубов нанести маску. Но так как маску я уже наносила несколько дней подряд, то не буду ее делать. Но если у кого-то возникнет вопрос, какие у меня маски, какими я пользуюсь, то вот Гарниер. И вот, хрен его знает. Оба покупала в Еве. Так, ну и теперь самое интересное, лицо. Сначала я скрабирую свое лицо. Вот, с абрикосовыми косточками.
Сейчас надо ее сходить проверить, когда. Сейчас я приду. Все хорошо, кот лежит, слава богу. Понимает, что надо лежать спокойно. Все, скраб я нанесла, теперь я смываю этот скраб. Смываю я обычно вот, или вот таким спонжем тоже, он, когда так он жесткий, а когда размокает, он мягенький. Я не вытираю, кстати, лицо этими полотенцами. Я вытираю вот одноразовыми салфеточками. Надо, кстати, ведро будет купить. Да, ванну. Все. С этим разобрались. Теперь мое самое любимое. Очищаем лицо с помощью пенки. И с помощью щеточки Фору или Форелл, кому как. Я уже показывала эту пену. Не, маловато пенки. Надо еще чуть-чуть добавить. Пена попала. Так. Теперь я беру другой свой спонж. Вот такой вот. Это типа конжиковый спонж или что-то. Надо его ставить размокать. Заодно беру пену. Сейчас он размочится. Как я это не люблю. Еще. А, блин. Как же долго он размокает. Кстати, если у кого-то вопрос, во сколько я встаю, то обычно 8-9. В редких случаях могу встать в 10. Сегодня я встала в 8, там, по-моему. И то потому, что мама разбудила. Она на работу собиралась. И разбудила никого. Все. Спонж размок. Вот. Теперь я выдеваю вот на веревочку и смываю. А так сначала тру. Тоже своего рода массаж. Все. Теперь убираю всю пену и смываю. Вешаю сушиться. Теперь снова беру салфеточки и протираю лицо. Мне надо реально ведро сюда купить. А то я не могу. Теперь, так, где он? Я наношу крем для лица. Вот.
Family Doctor, по-моему, это называется. Так. Сейчас помою руки после крема. Обязательно гигиеничка. Теперь надо будет сейчас все эти полотенца развесить. А, пока не забыла, поставлю шампунь новый. Куда-нибудь. Все. Когда крем питается, наложу себе, возможно, патч. Так, все. Тут свет выключаем. Берем полотенце, салфеточки. Все, вот это. И идем отсюда. Закрываем. И посмотрим сейчас, как наш там питомец. Здрасте. Ладно. Все, я уже наклеила патчи. Держится мне, конечно, на добром слове, но ладно, уж как есть. Так. Давайте посмотрим, как тут наша мазь. Да. Да, это вот наша на данный момент проблема. Да, я чем-то пахну странно, да? Да. То есть это гипс, но, скорее всего, когда уже выйдет видео, ну, гипса не будет. И именно, кстати, по этой причине я переехала в комнату мамы и сплю на полу. Да, вот это я сейчас здесь сплю. На матрасе, вот так вот. Мы огорожаем тут подушками, вот тут, тут и тут. То есть он вот прям впритык туда спит. И мы огорожаем подушками, то есть вот, вот тут есть подушки. Вот эта подушка тоже используем. Вот какие-то у меня в комнате, вот эту используем, бабушки там еще. Так что вот так вот сейчас выглядит, поэтому я не высыпаюсь. Да, то есть там его игрушки лежат, водичка моя. Ну, а теперь пошлите готовить завтрак. И молиться, чтобы патчи не грохнулись. А Анюша, кстати, на подходе этого. Сейчас, блин. Хотя вот поставлю вот так вот, мне будет видно. Но, да, извините, что вот так вот сверху, но как есть, я не могу по-другому поставить. Так. Возьмем чашечку. Так. Делаю вот чашку, скажем так, где вы там, бараном. То есть это моя чашка, мне, по-моему, подарили. Ага, вот сейчас будет смешно. Я вас поставила там, где кофе. Вот. Сейчас. Вот. Берем кофе. Да, вот, кстати, у нас есть вот такие еще чашки. Они все меняют цвета. Вот двойная. Короче, чашек дофига у нас. То есть вот там две таких вообще стоит. Все это меняют эти. Проявляющие. Типа вот тут проявляется. И вот мордашки меняются на более добрые. Заодно покажу, как у нас примерно выглядит сейчас кухня. То есть вот это все препараты, которые нужны были персу. Вот у нас посуда помытая. И вот так выглядят ящики. Этот ящик нельзя одной рукой открыть, потому что вот сломанный. И у нас вот столько дофига чашек. Там тарелки стоят. Все. Так, да, это мои запасы кваса. Так, все. Сейчас будем готовить кофе. Я чувствую, у меня же патчи падают. Так. Я ложу 3 ложки сахара. Потому что мне так нравится. Патчи свалились такие. Все, кофе. А, блин. А, ненавижу. Сейчас надо будет патчи поправлять. Блин. Я провала плачу.
ну пусть так уже будет. Мне в глаза не попало. Так. Все, чайник закипел. Берем тряпочку. Чтоб не ошпариться. Извините. И наливаем кофе. Так. Сейчас надо будет проверить персика. И потом вернемся за кофе. Все. Так. Ух ты. Чтобы вы понимали. Мордаха здесь. Ладно, я сейчас, возможно, выключусь. Переложу его и вернусь. Все. Вроде я его положила нормально. Все, можно вернуться теперь к кофе. А что мы делаем с кофе? А мы ложим туда лед. Берем лед. И ложим там, ну, 3 штучки. И пока кофе остывает, я выпью витаминки. У меня были хорошие витамины, я их очень любила. Вот они у меня закончились. Поэтому вот сейчас 2 вида смешаю. Так, теперь бы взять водичку. Теперь я наливаю воду себе. Все. И выпиваю. Все. Так. Теперь я беру вас, беру кофе. И мы идем. Блин, патчи опять упали. Ну что ты будешь делать? С перцем все хорошо. Так, все, пришли в мою комнату. Сейчас покажу. Да вы серьезно? О, господи. Перс опять вылез. Ну, пошлите смотреть, где он опять. Здрасте. Сейчас я вас оставлю тут, чтобы не выключаться. А сама его верну. На место. А? Все, тихо. Все. Тихо. Блин, персик. Ну что такое? Все. С мордашкой решили. Теперь займемся собой. Но я чувствую, я собой буду заниматься в комнате мамы. Ну, скорее всего, да. Или нет. Давайте попробуем. Если что, я буду иногда выходить. Сейчас я попытаюсь вас тут поставить, чтобы вы не заткнули. Вот. Так как у нас жарковато. Я включаю себе вентик, вентилятор, ставлю эту кружку на салфетку и начинаю краситься. Надо, я зеркало себе, наверное, скоро куплю. Вот у меня, чем я крашу, сейчас буду краситься. О, но волосы я, скорее всего, покажу расчесывать, хотя можно попробовать. Патчи я, скорее всего, уже все снимаю. Все. Все. Ну, а излишки я убираю вот тоже салфеточкой. Вот так вот просто. И сейчас я проведаю персика. И вернусь.
С персиком все хорошо, но все-таки надо поторопиться. Сейчас вам покажу, как я делаю свой макияж, какие, возможно, у меня новые продукты появились, а они появились. Это будет самый простой, надеюсь. Так, все, все достало. Зеркалом. Я пользуюсь еще вот таким зеркалом двойным. Мне удобнее в него смотреться, чем идти сюда. Так. Все. Так. Сейчас я распущу волосы. Вот с ним. Ай-яй-яй. И попытаюсь чуть-чуть расчесать свои волосы. Если кому-то показывается, что жестоко, ну извините. Кто-то мне там, кстати, писал, что можно расчесывать мокрые волосы. Это вот типа тангл тизер. Но она не расчесывает даже мои волосы. То есть она так по ним пройдется и все. Но то, что волосы еще мокрые, это точно. Сейчас я приду. Теперь я убираю вот ободком волосы, закалываю их, так вот хотя бы, и начинаю делать макияж. Так, макияж я начинаю делать с бровей. Так, да. Сначала я просто вот обычной щеткой из-под, по-моему, это тушь вот. Просто расчесываю волосы. Дальше использую вот, купила себе этот гель от Glambi для бровей. Использую его. Мне надо на максималке все быстро сделать и пойти к Котофею. Так, с бровями покончила. Дальше наношу гигиеничку на губы. Самую обычную. Наношу консилер на глаза, но это будет как база под тени. Консилер это от Maybelline. Если я не ошибаюсь, это типа универсальный какой-то. Рекламировали в прошлом году. Растушевывала я вот все вот таким спонжем. Это из АТБшки. У меня таких два. То есть есть вот розовенький, есть голубенький. Так, теперь сейчас беру вот палетку от LCF. Такую в нюдовых, скажем так. Беру кисточкой от MAC 246. Вот такая вот. А, блин, фокусируюсь. И наношу вот такой вот коричневый цвет. Ой, ел. Ну, вы поняли, вот этот. Сейчас я проведу кота. И наношу вот на уголок глаза. Это мой такой повседневный. Я сейчас проведу кота. Все хорошо с котом лежит. Дальше
бело такой вот оттеночек. Такой вот золотистый, я бы сказала. И наношу на остальное веко. Растушевочную кисть и просто растушевываю границу. И если что-то осыпалось, беру салфеточку, просто обычную салфетку мокрую, и вытираю вот так вот. Нет, это тянул руку. Так. Теперь я наношу на нижнее веко тушь специально для нижнего века. Это вот, вот LCF. А, блин. То есть прикол в том, что тут вот, сейчас покажу, вот такая кисточка, масюнка совсем. Если вот как сейчас я загрязнила чуть-чуть, я беру, были тут палочки, и нету палочек, смазываю своими слюнами и прохожусь. Все. И теперь я наношу свою новую тушь, любимую. От Glambi синюю. Она реально синяя. Раньше я любила коричневую от Maybelline, но сейчас черную решила. Что не черную, а синюю. Кстати, если хотите сэкономить, купите вот себе Glambi, там те же самые цвета есть. Но по более-менее нормальной цене. Все. Но, правда, ее надо наносить в несколько слоев. Просто так она не будет видна. Нанесла. И теперь наношу, ну, просто блеск, который, наверное, уже испортился, потому что это еще маленькая принцесса, по-моему, или просто принцесса. Вот у меня блеск. Просто. Так вот наношу. Все. Все. Убираю всю эту косметику. Закалываю волосы, как я обычно делаю, так вот наверх. Одеваю мачете, которую надо помыть. Сейчас все сделаем. Очень сложно. Все. И пошлите проведаем нашу Отофия. Да, у меня бардак в комнате. С котом все хорошо, да? Кот. Ты наша Маська, да? Ты наша Мася. Ты наша Маська. Да, вот это наш красавец. Наш красавец, Мейн-кун, Персик. Да? Ты любопытный, да?
Посмотрите, что он сделал, правда, со своей кроваткой. То есть это все сейчас буду расправлять. О, Господи. Ну и, скорее всего, когда вы смотрите это видео, во-первых, гипса уже нету. Второе, вышло видео по поводу того, что с ним случилось. Почему гипс? Почему вот так вот? Так что да. Обычно он, кстати, на кровати у нас находится. Но так сейчас я занималась своими делами. Я его переместила сюда. Потому что, ну, чтобы не нахряпнулся, потому что он сейчас любит лазить и может просто на край. Да, надо будет сейчас там поубираться. Да, да, персик. Да. Как бы вас тут взять? Угу. Все. Ну, в принципе, на этом мое утро заканчивается. То есть я выпью кофе и все занимаюсь своими делами. Сегодня, скорее всего, я буду... Ну и куда? Мы пошли. Сегодня я, скорее всего, хочу вести новую рубрику на канале. Я буду типа Let's Play. То есть, да, буду играть и при этом себя снимать. Вот, ну, я не знаю, как это правильно выразиться. Но... Попробую, выпущу на канал и посмотрим. Потому что я обожаю игры на телефоне, особенно с компьютером у нас проблемы. Играми, потому что мы не знаем, как правильно устанавливать. Ну, точнее, я не знаю. Ну, и, блядь, это слишком геморно. Как бы на телефон проще установил, сыграл, удалил. А на компьютере не все так легко. Да? Ну, что ты так на меня смотришь? И вот примерно вот так вот я и сплю. Сейчас. Опа. Ясик. То есть вот так вот. Ложусь и сплю. А вот тут он. То есть обычно он вот тут вот где-то спит. Но ночью чаще он залазит ко мне уже. Так что да. И еще на полу спать не очень удобно, конечно, но... Я сюда переехала на ПМЖ, потому что, ну, блин, прикольно так на полу спать. Только я сложила сейчас, потому что у меня заколка. Опа, все. Ой, Господи, сейчас бы хоть еще мне не вернуться. Да. Так, все. О, Боже, мне еще тут убираться сейчас. Сейчас покажу вам. Вот примерно это у меня сейчас на кровати. То есть вот. И да, это просто я так украшаю. Вот тут картины мои висят. Тоже. И вот, вот эти, кстати, две подушки тоже мы используем для того, чтобы его отгородить. Так что сейчас вот это все буду убирать и переодеваться. Да. Сейчас еще чуть-чуть покажу. То есть вот тут место, где я снимаю обычно. И вот что у меня творится на вот этом комодике. Принтер, карандаши, там то, что я рисую. Ну и вот этот ящик я сама сделала. Это шиншилла наша, это мой штатив. Быстрый такой. Этот обзорчик. Да. Вот это, кстати, картина у меня папа дал, в первый раз украсил. Так что да. Все. Ну и примерно вот так вот все выглядит. Вот тут. Там цифры лежат, там фотографии мои. Ну, короче, показалка. Кстати, вот это я сделала сама. И этим горжусь. Так что все. Буду прощаться. И возвращать персика на кровать, да, персик? Всё. Всем пока-пока.